Она подумает, что я какой-то псих, если узнает, как далеко я зашел, чтобы увидеть ее. Ты знаешь, что у тебя? Ее чемодан. Она будет в восторге, когда тебя увидит. Погоди. Есть идея. Может, ты к ней подойдешь и представишься? Так ты сможешь меня расхвалить, чтобы потом мне не пришлось хвастаться. Скажи, что я богат и красив, и что я секс-маньяк. Нет, не думаю, что справлюсь. Нет, пожалуйста, нет, я не... Ну, пожалуйста. Ладно, ладно, хватит. А ты что будешь делать? Я буду стоять у бара, производить впечатление. Давай. Классные у вас тут штучки. Прошу прощения. Совы. Такие красивые. Да. Вы любите птиц? Я? Да нет. Ну, у меня был попугай. А сейчас я занимаюсь главным образом собаками. Песиками. Спасибо. Я тоже люблю собак. И чем именно вы занимаетесь? Ну, знаете, я их обучал, купал, стриг им когти, даже разводил. Правда? Какие-то необычные породы? Нет, обычные собаки. Однажды у нас получилось скрестить эрдели и мопса. Правда? Как странно. Да. А новую породу назвали дерьмопс. Я вообще-то по другой причине подошел. Я бы хотел познакомить вас с моим приятелем. Мэри, не познакомишь меня со своим другом? Но мы еще не совсем знакомы. Меня зовут Мэри Свонсон. Я Гарри Данн. Приятно познакомиться. Это моя мачеха Хелен. Гарри Данн, очень рад познакомиться с вами обеими. Кстати, я видела, как вы ходили, и надеялась, что получу шанс познакомиться. Да, правда? Этот смокинг просто великолепен. Мне так нравятся мужчины с чувством юмора. И Мэри тоже. Это ж великолепно. Правда? Конечно. Ну так вот, насчет моего друга. Что вы делаете завтра? Думаю, Мэри будет рада покататься на лыжах в вашей компании. Она что? Хелен, ты меня смущаешь. Но ведь это правда. Ты же знаешь, через пару недель снег сойдет, и лучшего случая может не представиться. У бедняжки совсем нет времени на отдых. Ну что скажете, мистер Данн? Вы не заняты? Ну, не знаю. Вот мой приятель. Забудьте своего приятеля на денек. Думаю, вы, ребятишки, отлично позабавитесь. Что скажете? Ну, знаете, я даже не знаю. Знаете, дело в... Ну, конечно, когда? Почему ты не привел ее с собой? Расслабься. Ты крут. Я тебе устроил с ней свидание на завтра. Что? Я... Это... Да. Чувак, я тебя люблю. Хорошо, хорошо. Не целуй меня. Я тебя люблю. Не целуй меня. Ллойд. Это надо ответить пузырьками. Ты у меня будешь шафером, Гарри. Здорово. Обещаю. Спасибо. Ты только что заработал себе место на свадебном обеде, а смокинги у нас уже есть. Господи боже. Бедняжка, что-то вечеринка совсем увяла.